осенью 2024-го состоялась премьера сериала «Настоящий папа». Это картина от режиссера Сергея Бручкова. Главные роли в которой исполнили Анна Тараторкина, Владимир Жеребцов, Татьяна Яковенко, Владимир Стержаков, Анна Изотова, Дарья Мингазетдинова, Сергей Шаталов и другие. По сюжету семьи Захаровых Александра, ее мать Евгения Петровна и 15-летняя дочь Полина живут в небольшом частном доме в губернском городе. Однажды Полина решает отправиться на учебу в Петербург. Поскольку мама не дает на это разрешения, Поля решает разыскать папу, которого никогда не видел. Чтобы решить эту проблему, Александра нанимает бывшего КВНщика Дмитрия сыграть роль отца Полины. По замыслу Александра, он должен всего один раз появиться в их жизни, сказать Полине, что не даст разрешения, и исчезнуть навсегда. Но эта встреча запускает цепь неожиданных событий, которые полностью меняют жизнь Захаровых и Дмитрия. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Настоящий папа» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.